Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ты уже задолбал меня этой своей монетой. Что ж, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы проиграем Fallout Shelter. Давно я в него не заходил, но надеюсь, у меня там все нормально, и все мои выжившие здоровы и сыты. Ну что, сейчас мы посмотрим. Надеюсь, у нас все будет хорошо, чтобы ничего не изменилось. Жаль, я не записывал это раньше. Я просто не мог записывать. О! У меня тут все отлично, я погляжу. What the fuck is this? Да блин. Все, капец ему. Ненавижу, когда когти смерти нападают, честно, но только начал играть и сразу же. Че, ломаете мне холода? Нет, ну что они наделали? Они мне дверь сломали. FBI, open up! Они мне сломали дверь. Да убейте вы ж хоть одного, а. Мне уже, честно, это кончается. Ладно, пофиг, они там сами справятся. Капец, у меня еда практически кончилась. Все, голодать будем. Все, у меня кончилось. Уже двое умерли. Трое умерли. Все? Да умирай уже. Почему ты у нас хорош? По Эу, да? Сейчас посмотрим, куда тебе можно запихнуть. Ну вот иди тогда делай нам ссылку. Так, вроде бы отсюда, да, его брал.
Так, у меня тут вроде бы все, да, все. Так, посмотрим. Так, вот отсюда еще кого-то брал. Так, ты у нас кто? Ну пофиг, иди сюда работай. Так, пока ты бежишь, мы тебя еще переоденем. Так, вот ты у меня еще безработный. Ты тоже иди сюда. Иди сюда работай. Так, ну вроде бы все. У меня все хорошо. Все живы. Так, вы не видели того, кто был на первом. Я вообще такого человека не знаю. Даже не знаю, откуда это имя у меня тут. Все. Куда ты идешь? Кристина Морган. Иди качайся. Я не знаю. На этом можно, в принципе, закончить. Очень коротенькое видео получится. Не просто так. Пока нормальное видео. В общем, пока нормальное видео будет делаться, оно будет грандиозное, я вас уверяю. Там будет офигеннейший монтаж. А это пока так только, чтобы разбавить немножко атмосферу.